Федора Андреевича Махнова раньше знал почти весь мир. Дело в том, что он считался самым высоким человеком. При весе 182 килограмма его рост составлял 285 сантиметров, а в его сапоге спокойно помещался 12-летний ребенок. Федор родился 6 июня 1878 года в деревне Костюки Витебского уезда, ныне Беларусь, в бедной семье. Родители Махнова были ростом выше среднего, но и не великанами. Мать Федора не пережила родов. Очень уж крупным он родился. Воспитанием Махнова полностью занимался его дед. К 8 годам мальчик начал усиленно расти, и уже в 12 лет рост его достигал 2 метров. Стопа была 51 сантиметр, а ладонь 32 сантиметра. Когда Федору исполнилось 14, пришлось перестраивать избу. Юноша там уже не помещался. Ну а если хотите продолжения, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.